Это Исса. Высоченный Пьер Исса, 195-сантиметровый защитник из Олимпика. Выбил мяч, и вот 1-0. 1-0. Минут за 10 до окончания первого тайма. Кристоф Дюгари, вышедший на замену, отличился. Угадал замены Межаке. И по этому поводу на стадионе салют производится. Итак, Зидан подает угловой. И Дюгари выиграл эту верховую дуэль у Фиша и направил мяч в сетку ворот. Фауста Фонка. А мы смотрим повтор еще раз мяча, забитого нападающим сборной Франции после розыгрыша угла.